Всем привет, друзья! Сегодня будет очень сильное видео. Обязательно досмотрите его до конца. Я вам расскажу, как стать счастливым за 1 час. Реально за 1 час. Именно столько мне понадобилось, чтобы стать счастливым. В один прекрасный день я себе сказал: все, я становлюсь счастливым. Я страдал, плакал, и буквально за час я стал счастлив. Я вам даю 100% гарантию, что вы станете счастливым человеком, если вот осознаете все то, о чем я сейчас вам расскажу. Итак, сейчас я вам расскажу, почему большинство людей никогда не обретут счастье. Никогда. Если спросить у обычного человека, ты счастлив, он ответит нет. Если спросить, почему, он скажет: ну, потому что у меня нет любви. Я был бы счастлив, если бы нашел ту единственную, которая каждый день бы мне готовила вкусную еду, каждый день бы стирала, там, убирала. Или девушка скажет: я была бы счастлива, если бы он каждый день носил меня на руках, каждый день мне дарил цветы. Человек скажет: я был бы счастлив, если бы я зарабатывал где-то 1 000 000 долларов. Вот тогда я был бы счастлив. Я был бы счастлив, если бы у меня была крутая машина. Я был бы счастлив, если я бы путешествовал там 10 раз в году. Я был бы счастлив, если бы у меня было красивое стройное тело. Я был бы счастлив, если у меня не болела спина. Я был бы счастлив, если бы у меня не было там лишнего веса. Я был бы счастлив и так далее. Короче, понимаете, да? А если у человека спросить: ну а есть хоть какие-то моменты, в которых ты чувствуешь себя хорошо? Он такой подумает и скажет: ну, наверное, когда я там отдыхаю с друзьями, когда мне весело, или когда я смотрю любимый фильм, когда мне весело от какой-то там комедии. То есть в чем прикол, друзья? Большинство людей создают очень много причин, чтобы чувствовать себя плохо, и очень мало причин, чтобы чувствовать себя хорошо. Какие шансы у них стать счастливыми? Нулевые. Они никогда не станут счастливыми. Они себе создали такие рамки: да, я должен быть счастлив, если у меня будет зарплата в 1 000 000 долларов. Я буду счастлив, если мне каждый день будут готовить вкусную еду. Я буду счастлив, если я буду водить Бентли. И так далее. Слишком много ограничений они создают. У них так много неосуществимых вот принципов, что они никогда это счастье не обретут. А есть и такие люди, у которых спросишь: ты счастлив? Он скажет: да. И ты его спросишь: почему? Он скажет: потому что я сегодня проснулся. Все, ему достаточно, и он будет абсолютно счастлив. Улавливаете суть? Итак, расскажу вам свой секрет, что я сделал в 2016 году и стал абсолютно счастливым человеком. Буквально за 1 час я изменился. Я помню эту ночь, я плакал, рыдал, молился, опять плакал, рыдал. У меня не было денег, у меня не было любви. Я был полностью несчастным человеком. Мне реально так было плохо, что я хотел умереть. Я беру лист А4 и начинаю выписывать: а что же в моей жизни есть хорошего? Как я могу все негативное изменить на позитивное? Итак, давайте я разберу все на 3 принципах. Первый принцип – это любовь. Мне было очень плохо, потому что у меня не было любви. Вернее, она у меня была. Но моя девушка уехала в Америку, осталась там, и отношения близились к концу. Я очень сильно страдал, очень сильно страдал. И я мог сказать себе: я несчастлив, потому что у меня нету любви. У меня была такая любовь, и я ее просрал. Но я подумал: а что хорошего в этом? Что может быть в этом хорошего? И я себе написал: я счастлив. Почему я счастлив? Потому что я испытывал очень сильную любовь. Она у меня была. И я благодарен жизни за то, что она у меня была. Я благодарен своей любимой за те моменты, которые она мне подарила. Я абсолютно счастлив за то, что она у меня есть. Я абсолютно счастлив за то, что с ней все хорошо, за то, что она здорова, за то, что она в Америке, за то, что она осуществила свою мечту. Вот как я начал мыслить. Я счастлив за нее. Все, и мне стало в один прекрасный момент хорошо. Я в одну ночь принял для себя решение, что я стану счастливым. Сейчас, здесь и сейчас. Как бы мне плохо не было, но все. Я устал концентрироваться на всем дерьме, на всем плохом. Я становлюсь счастливым человеком. Все. Видите, какая тонкая грань, да? От страдания к счастью.
Я начал концентрироваться только на хорошем. Я начал благодарить жизнь за ту любовь, которая у меня была. Большинство людей такую любовь там не испытывают за всю жизнь. Все, я начал за это благодарить. И я был счастлив. Я счастлив за то, что у меня это было. А не я несчастлив, потому что у меня этого нет. Вот, как я для себя это перевернул. Идем дальше. Теперь второй принцип – здоровье. Тогда мне не нравилось, как я питаюсь, тогда мне не нравилось свое тело, мне ничего не нравилось. Мой живот, мне не нравился мой лишний вес. И я для себя сказал, я счастлив, когда я чувствую себя хорошо. Все, я всю эту херню убрал. Я счастлив, когда мне хорошо. Поэтому я буду любить свое тело, поэтому я буду ходить на стадион, поэтому я буду ходить на турники, потому что я себя люблю, я уже счастлив. Все хорошо, у меня шикарное тело, и оно будет еще лучше. Я буду есть здоровую еду, потому что я люблю свое тело, потому что я уважаю себя, потому что я счастлив. Я счастлив, когда мне хорошо, я счастлив, когда у меня ничего не болит. Все, вот что я сделал, как я это все перевернул. И я стал абсолютно счастливым в плане здоровья. Теперь третий принцип – мое финансовое положение. Здесь я тоже был несчастлив, да, потому что мне не нравилось, сколько я зарабатываю. Раньше, да, я зарабатывал $1000 с Ютуба, сейчас я зарабатываю $300-400, блин. Почему так? Я же визуализировал, я же мечтал о деньгах. Почему у меня нет денег? Я был несчастлив. Я был несчастлив, потому что я зарабатываю $400 в месяц. Что я сделал? Я себе сказал, я счастлив, потому что я зарабатываю $400 в месяц. Как же мне повезло! Я зарабатываю $400 в месяц. Я работаю с одного ноутбука. Я не хожу на стройку. Я не мокну где-то там под дождем. Я ни на почте не разгружаю там фуры. Блин, круто! Есть люди, которым нечего есть. Есть люди, которым нечего пить. Есть люди, у которых нету своей крыши над головой. Я живу один в квартире. Я когда захочу, тогда сажусь за ноутбук, тогда я работаю. Блин, какой же я счастливый человек. Я абсолютно счастлив. Я могу зарабатывать $400 с ноутбука. Я самый счастливый человек на земле. Все, видите, перевернул все в один миг. И вот после этого списка я просто охренел. Так я самый счастливый человек на земле, оказывается. Опять же, да, какая грань? Полчаса назад я плакал, молился, я был самым несчастным, сейчас я самый счастливый. Счастье вот здесь, внутри. Не нужно искать счастье. Сядьте, разберитесь в себе. Вы просто должны себе сказать, с меня хватит этого всего дерьма. С этого дня я становлюсь абсолютно счастливым человеком. Точка. Все. И я продолжал себе говорить, я счастлив, что я зарабатываю $400 в месяц. Мне так хорошо, что я хочу зарабатывать $1 000 000. Я буду стремиться к большему. Мне так хорошо, что я хочу путешествовать. Я хочу заработать больше денег, чтобы увидеть мир, потому что я счастлив. Вот в чем прикол. Когда вы сконцентрируетесь на счастье, тогда вы будете мыслить возможностями. Вы не будете мыслить нехваткой чего-то, да, вы не будете мыслить проблемами, вы будете искать только возможностей, потому что вы уже счастливый человек. Вы должны уже быть счастливым, чтобы хотеть большего. Не стремитесь достичь счастья. Будьте счастливы, чтобы достигать. Все. Запишите себе эту фразу. Не стремитесь достичь счастья. Будьте счастливы, чтобы стремиться достигать. Вы знаете, что есть богатые люди, и они несчастны. Почему? Потому что они концентрируются на материальных вещах. Они говорят, блин, я зарабатываю там $1 000 000 в месяц. Но есть люди, которые зарабатывают 5 миллионов. Блин, какой же я несчастный. Блин, у него яхта длиннее. Блин, у меня Бентли, я уже хочу Rolls-Royce. Как же мне плохо. Они в погоне за вещами, они никогда не обретут счастье, никогда. Деньги не сделают вас счастливым, если вы сейчас несчастны. Запомните, никогда деньги вас счастливым человеком не сделают. Я недавно у себя в Ютубе опубликовал цитату. Вы не будете счастливы, если заработаете миллион. Вы заработаете миллион, если будете счастливы. Запишите себе эту цитату. Ты не будешь счастлив, когда заработаешь миллион.
ты заработаешь миллион, когда будешь счастлив. И с того момента, когда я принял решение, что вот я становлюсь счастливым человеком, все начало получаться. Вот почему я стал миллионером, потому что я был счастливым человеком. Я концентрировался только на возможностях. Мне было хорошо, да, у меня сейчас мало денег, но я знал, эти деньги у меня будут. Я успокоился, я знал, что я иду правильным путем. Все. Я мыслил только возможностями, только в позитивном ключе. И все у меня начало получаться. Так что, друзья, счастье внутри вас, его не нужно искать. Тот, кто вечно в погоне за счастьем, никогда, никогда, никогда его не находит. Так что, друзья, берем сейчас бумагу и начинаем выписывать, почему вы счастливый человек. И прямо сегодня вы должны себе сказать: я принял решение, что прямо сейчас становлюсь счастливым. Прямо сейчас и до конца своих дней я буду счастливым человеком. Точка. Все так просто. Люди годами там пытаются обрести счастье, вечно они в погоне за счастьем. Я взял и за час изменил свою жизнь. За один час я стал счастлив, и больше никогда мне не было плохо. Никогда. Итак, друзья, на этом я с вами буду прощаться. Если инфа была полезной, пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями. Об этом должны знать все. Все так просто. Вот я хочу до вас это донести. Счастье внутри вас. Вы уже счастливый человек. Просто осознайте это. Сядьте и разберитесь в себе. Все так просто. Блин, мы с вами можем помочь стольким людям. Мы можем изменить их жизни. Каждый из нас может сделать этот мир лучше. Просто покажите на своем примере, как можно жить, как можно мыслить по-другому. Давайте вместе внесем какой-то вклад. Ну, это же настолько круто. Так что изменитесь сами, и вы автоматически измените остальных. Вот и все. Огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Подписывайтесь на мой инстаграм, там очень много полезных и мотивационных постов. Также подписывайтесь на все мои мотивационные каналы. У меня только полезные каналы. Канал с книгами, канал по мотивации. Все ссылки в описании. И, конечно же, подписывайтесь на основной канал Инстардинг и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем счастья, любви, пока!